Сейчас коротко о главных событиях дня. PMI для промышленного сектора еврозоны в августе снизился. Безработица в еврозоне упала до минимума с января 2012 года. Индекс производственной активности в США в августе упал ниже прогнозов. Ну а теперь подробности. Индекс менеджеров закупок PMI для промышленного сектора 19 стран еврозоны в августе составил 52,3 пункта. Об этом свидетельствуют данные Market Economics. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что индекс останется на июльском уровне 52,4 пункта. PMI в перерабатывающей промышленности Германии в августе по сравнению с июлем продемонстрировал существенный рост, поднявшись до уровня 53,3 пункта. Экономист Market Роб Добсон подчеркнул, что в августе промышленность еврозоны сохранила устойчивость, отметив при этом важную роль Германии в обеспечении роста. Безработица в 19 странах еврозоны в июле составила 10,9%, снизившись до минимального уровня с февраля 2012 года, сообщает Евростат. Показатель превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали сохранение безработицы на июньском уровне в 11,1%. Число безработных в регионе сократилось на 213 тысяч до 17,5 миллионов человек. MarketWatch пишет, что проводимые последние годы реформы способствуют укреплению экономики. В Италии и Испании, где уровень безработицы остается в числе самых высоких в Европе, в июле зафиксировано значительное сокращение числа безработных. Самый низкий показатель на уровне 4,7% был зафиксирован в Германии. По оценкам Еврокомиссии, безработица в еврозоне в 2015 году составит 11%, в 2016 – 10,5%. Обратите особое внимание, возможность заработка откроется завтра в 14:45 по московскому времени, когда Европейский Центробанк объявит свое решение по процентной ставке. Это важнейший экономический показатель, влияющий на динамику евро. Отметим, что аналитики банков JP Morgan и Robobank прогнозируют в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Maxi Markets TV. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. Индекс производственной активности в США в августе снизился с июльского уровня до уровня 51,1 пункта, минимального с мая 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Института управления поставками. По прогнозам аналитиков, принявших участие в опросе агентства Bloomberg, ожидалось уменьшение показателя до 52,5 пунктов. Эксперты отмечают, что падение индекса обусловлено снижением спроса на продукцию американских компаний в развивающихся странах и, в частности, в Китае, а также существенным укреплением доллара США, которое привело к замедлению роста объемов найма и производства в стране. Аналитик TD Securities USA в Нью-Йорке Милан Мюлрейн считает, что ограничение производственной активности и медленные темпы роста промышленного сектора могут серьезно отразиться на статистических данных по экономике США за четвертый квартал. Показатель новых запасов в августе снизился до 51,7 пункта, минимального уровня более чем за три года. Индикатор новых экспортных заказов упал до 46,5 пунктов, минимального значения с апреля 2009 года. Цены на золото растут на фоне снижения акций и доллара, что связано с ожиданиями повышения процентных ставок ФРС и слабой статистикой Китая. Во вторник цена на золото поднялась до уровня 1 $142.71 за тройскую унцию по сравнению с уровнем 1 $134.10 при закрытии торгов в понедельник. Стоимость фьючерсов США с поставкой в декабре выросла на $9.90 до уровня 1 $142.40 за тройскую унцию. Курс доллара и фондовые рынки Азии и Европы демонстрируют снижение после опубликованных данных о значительном сокращении активности в производственном секторе Китая в августе. Ухудшение статистики Китая может вынудить ФРС не повышать процентную ставку в сентябре. Аналитики ожидают в ближайшее время умеренный рост котировок золота. При этом важнейшей статистикой, которая окажет влияние на решение ФРС о ставках в сентябре, станет отчет о занятости в августе, который будет опубликован в пятницу.
В 2016 году среднегодовая цена нефти марки Brent поднимется до $62.30 за баррель, а среднегодовая цена WTI составит $57 за баррель, свидетельствуют результаты опроса 30 аналитиков, проведенного Reuters. Аналитики полагают, что в будущем году цены на нефть будут постепенно расти благодаря более медленному росту предложения и восстановлению спроса. По мнению аналитиков, снижение цен с мая на треть вызвало рост спроса во многих регионах мира, в частности в США и на Ближнем Востоке. Поэтому они прогнозируют, что в предстоящие месяцы рынок сбалансируется и цены начнут повышаться. Аналитик Raymond James Павел Молчанов отметил: «Мы ожидаем роста цен на нефть в будущем году, особенно во втором полугодии. К концу 2016 года они будут примерно на 10% выше, чем в 2015 году». По словам аналитика ABN Амбру Ханса Ван Клефа, коррекция цен вверх не за горами, поскольку рынок вскоре начнет осознавать, что цены упали слишком низко и слишком быстро.